Вот эти слайды у меня с Гуглом, но можете считать, что в переводе Гугла на русский будет Яндекс. Пример Гугла – это то, что Google на самом деле, ну, любой, как бы, любая система вот этого поиска – это на самом деле искусственный интеллект для нашего постсовременного мира. Да? То есть идея в том, что уже все ответы на все вопросы уже есть. Да? И не нужно ничего генерировать, нужно просто взять и найти этот ответ. Так? То есть интеллект, он не в программе. То, что вот мы думали, что искусственный интеллект – это какая-то очень-очень умная программа. На самом деле нет. Да? Программа, она очень такая простенькая. А интеллект, он сидит вот в данных. И один из самых моих любимых примеров того, что можно сделать с таким... с методом, который на самом деле только смотрит на данные, ну, это очень старый пример, я думаю, что это все тоже это знают, но вот я там написал climb steps, да, и climb я вместо B написал E, неправильно, и он мне говорит, did you mean climb stairs с B, да? все прекрасно, да, ну, это даже Microsoft Word такое умеет делать, а теперь я написал climb и punishment, то есть, да, и неожиданно совершенно, она ровно то же слово изменила на crime и punishment. Ну, потому что там Достоевский. И, то есть данные, они сами за себя говорят, они сами себя корректируют. Это вот, и вот это, по-моему, совершенно замечательный пример.